Возрождение античной моды в Кайтакском районе. В селении Маджалис функционирует творческая студия, где девочки не только шьют себе уникальные наряды, но и украшают их кайтакской вышивкой. В их работах каждый символ имеет сакральный смысл. Каких успехов уже достигли юные мастерицы, расскажет Любава Маслова. С чего начинается платье? С эскиза. Продумать будущий элемент гардероба на этом этапе нужно до мелочей. Год у Эльмиры Рабадановой выдался богатым на торжества. На каждое нужен особый наряд. Сейчас девочка трудится над созданием нового эскиза. Его можно носить как повседневно, так и для особых случаев, таких как для свадьб, для каких-то праздников, вечеров, так как оно брендовое и модное, с элементами кайтакской вышивки и элементами моих предков. По готовым эскизам юные мастерицы раскраивают ткань и шьют изделия из получившихся деталей. Платье патимат будет ярко-красным, с отражением местного колорита. Сейчас делаю для нее наброски, чтобы в дальнейшем получилось красивое платье. Это мой эскиз. Кайтакская вышивка у меня будет вот тут на рукавах. В Кайтакском районе давно мечтали открыть такую творческую студию, но проект нуждался в финансировании. И вот авторы его получили. Они выиграли федеральный грант на реализацию своей задумки. Назвали «Антика», что с даргинского переводится как «модница». Наши модницы, наши красавицы, конечно же, захотят одеть такую современную брендовую одежду с элементами вышивки. Это не просто вышивка у нас, а несет этот свойство оберега. Выбрали, кому что удобно. Пожалуйста, прекрасно у них получается. Уже девочки вот занялись кройкой, другие девочки эскизами, и им это очень нравится. Такие костюмы в старинном стиле не выходят из моды до сих пор. Платье можно подобрать на любой случай жизни. Еще сотни лет назад кайтакские девушки выходили замуж вот в таком платье. Его в подарок новобрачной заботливо расшивала мама, украшая сакральными знаками и символами. Вот этот, например, символ материнской ладони. Он оберегает молодую семью от сглаза и порчи. Подкова символизирует счастье и долголетие. Кстати, цвета ткани тоже выбраны не случайно. Красный и золотой обозначают радость и солнце. А в таком варианте этнического костюма современные модницы смогут щеголять каждый день. Штаны и рукава в нем покроены на новый лад, но он также украшен этнической вышивкой. Зеленый цвет ткани и вот этот большой прямоугольник обозначают плодородие, а по краям наряд украшен рогами изобилия, поэтому его обладательнице всегда будет дом полная чаша. Сразу украшать вышивкой платье юные мастерицы не берутся. Начинают с настенных панно, ведь еще издревле их использовали в качестве оберегов от злых духов. Я делаю эту работу для своего брата. Это оберег, он плодородие обозначает. И я хожу сюда уже со второго класса, это уже 4 года. Я делаю сумку, мне очень нравится эта вышивка, и сейчас на одежду тоже используется эта вышивка. Тоже очень модно сейчас. Древнее ремесло в районе возрождают уже больше 20 лет. Сейчас в творческой студии обучается больше 500 девочек со всего муниципалитета. По району мы обучая сперва руководителей. Руководители создают у себя кружковые занятия и там обучают своих учеников. Но для этого мы им показываем, вот рисуем небольшие рисунки, даем нитки, ткани, показываем, как правильно надо вышивать. Работа по созданию эксклюзивных нарядов кипит. Уже к концу года девочки смогут щеголять в собственном ручно сшитых платьях. Любава Маслова, Саид Кутиев, Камила Раджабова и Субгазиамаров. Время новостей.